Ну что, девушки, я вас приветствую. Примерочный магазина Winners. Это наш аутлет, который продает вещи, начиная от Zara и кончая всякими Гуччами. И я вам сейчас покажу, что я принесла. Видите, все такое осенненькое, темненькое, мрачненькое. Все как надо. И у нас тут есть и Гуччи, и Сандро. Макс Мара немножко. Ну, в общем, всякое разное. Это я не помню кто, потом вам расскажу. А, Маккуин, наверное. Да. В общем, разное всякое интересное. Давайте будем примерять, утепляться и наряжаться в темные осенние цвета. Так, первое платье я примерила. Это платье Сандро. За цены расскажу вам потом. Буду показывать этикетки. Вискоза и подкладка полиэстер. Коротенькое такое хорошенькое платьице, немножко маловато мне, но, девочки, кто меня критикует, что я вечно меряю вещи, которые мне малы, я хочу вам сказать, что это стоковый магазин, здесь все вещи по одной, по две штуки, и размеры, соответственно, остаются, какие остаются, поэтому я вот на глаз примерно определяю, налезет, не налезет, приношу в примерочную, и там уже разбираюсь. Ну, в общем, оно у меня налезло, но с трудом. А, в принципе, платье симпатичное такое, узковатое, но по длине не очень короткое, а такое, ну, в общем, коротенькое, но в меру. Не так, чтобы уж нельзя носить, особенно если учесть, что это осень, то если надеть черные колготки непрозрачные, то будет вполне даже неплохо, по-моему, даже ничего. Вообще красиво, мне нравится такое, знаете, несмотря на то, что маленькое мне, но... Так, давайте вместе офигеем от цен. А, нет, вы знаете, оно не такое уж и дорогое. $90 оно стоит. А, и представьте себе, что... Да, вот этот Сандро. И представьте себе, что, видите, вот написано 40 размер. Хотя написано, что это 6 американский у нас. Но 40 это, не знаю, в общем, я с этими размерами европейскими вечно путаюсь. Короче... Оно стоило 425 в Сандро, потом оно было в аутлете за 300. И сейчас вот оно добралось до этого аутлета за 89,99, за $90. Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать? Сандро – это довольно дорогой бренд. И красивая расцветка, симпатичная. Единственное, что, конечно, синтетика, подкладка синтетика, вот эта вот вискоза. А вот, видите, здесь, кстати, написан год, 2019. То есть платьицу 3 года. Ну, что, это же аутлет, конечно. Видите, оно повисело в магазине, потом в аутлете, потом уже добралось сюда. Ну, вот как раз 3 года у него взяло. У меня опять жутко шумные соседи. Я включаю-выключаю камеры, чтобы переждать их крики. Ну, не важно. Так, комбинезончик Макс Мара. Он мне тоже немножко маловат, но я принесла самый большой размер, который был. Смотрите, какая вещь. Это просто... Что-то невероятное. Он мне очень длинный. Значит, к поясу пришита вот такая вот здесь деталь, которая идет по длине всего всей брючины до самого низу. И такой вот русалочным таким хвостом не спадает. С одной стороны есть карман, с другой стороны кармана нет. Нет кармана, потому что есть вот эта вот штуковина. Ну и верх такой в облепон. Здесь такие вот крылышки. Очень прикольный. В нем можно, наверное, на красную дорожку выползти. Не знаю, куда еще. Вот такой, знаете, ну, в общем, Макс Мара. Стоит дофига. А, состав 70% триацетат, 30% полиэстер и подкладка сплошной полиэстер. Но цена убийственная. Как раз для полиэстера. Так, я хочу сразу, чтобы вы посмотрели на цену. $1350. То есть даже не канадских, а американских. Вообще, конечно. То есть вы понимаете, какие у нас цены на люкс в Америке и в Канаде. И это Макс Мара, это не Гуччи, это не Диор, не Прада. Это Макс Мара, который считается, по-моему, не самым дорогим люксом. Ну, из всех люксов такая более, скажем, ну,
Нет, не бюджетный, конечно, но подешевле, скажем, чем Гуччи, например, да? Короче, 8 размер. Почему-то он мне маловат. Да, 8 американский. Да, почему-то он мне маленький. 8 мне еще ничего. Но стоит он здесь $400. Но вы представляете эту цену? $1350 американских за синтетику. Триацетат, полиэстер и подкладка полиэстера. Что с ними делать, я не знаю, с этим люксом. Что они себе думают? Это тоже Макс Марочка. Мешок мешком. Единственное, что к ней вот этот пояс, он идет вместе с платьем, прилагается. И в 98% шерсти, хотя бы уже это хорошо. Но она такое длинное, это платье. Хотя, конечно, в нем есть что-то. Такое элегантное. Здесь вот есть в нем какая-то такая элегантность. Вот здесь вот какие-то пуговички. Манжет такой интересный с пуговицей. Ну и ткань хорошая, в принципе, шерсть. Колючая, между прочим. Я его надела на себе. И оно так колется мне. Но здесь такие разрезы у него. Оно, конечно, мне великовато. Но под пояс ничего нормально. Это какой-то очень большой размер. И они были двух размеров. По-моему, 4 и 12. Но я 4 не взяла, а 12 решила, что я вполне на себя смогу его надеть. Ну, такое платье Макс Мара, да, шерстяное, как раз на осень. Так, ну давайте вместе будем офигевать от цен. Значит, Макс Маровская цена 1090 американских долларов, то есть 1100. Это 12 размер. Я, кстати, нашла, что оно было изготовлено в 2020 году. Сейчас покажу. Значит, здесь оно стоит $300. 1100 стоило Макс Мари американских. Американских 1100, а наших 300. То есть американских 1100, это наших канадских где-то, ну, 1300 примерно так, да? То есть вот, и честно, $1000 оно дешевле. Видите, написано 98% шерсть и 2% эластан. И вот здесь вот есть, кстати, даже по-русски сделано в Италии. Где-то я нашла, да, вот производство Италии. Где-то был год выпуска. Ну, сейчас не найду, но, в общем, поверьте мне, что оно 20-го года, то есть ему 2 года. Ну, такое. Тут пуговички с буквой М. Тут всякие пуговички тоже с буквочкой М. Ну, такое обычное совершенно платье. Представляете, $1100. Представляете? Американских. Офигеть. Офигеть. Так, перейдем к кофточкам. У меня несколько свитеров и блузка, поэтому я принесла кожаные брюки. Вы знаете, мне очень нравится весь этот наряд. Я не очень люблю Total Black, Total Черное, но вот в таком вот варианте это прямо мое любимое сочетание, потому что вот эти такие широкие свитера, между прочим, это свитер Gucci. На нем, если не посмотреть этикетку, то даже не скажешь. Но это как много люкса, так выглядит, что не понятно. Я очень люблю вот такие узкие брюки, допустим, кожаные или джинсы, немножко спешенные к низу. И сверху вот такой широкий большой свитер, который все прикрывает. Свитер размер экстрасмал, чтобы вы поняли. Ну, хорошо. 100% шерсть, цену сейчас посмотрим. Цена, конечно, на Gucci у нас очень большая, но мне нравится весь этот образ. А, брюки, кстати, кожаный нитель, конечно, это компания Free People у нас, она тоже довольно недешевая. По-моему, они стоят $80 здесь, а в магазине Free People, я думаю, что они $150, наверное, стоят, 120, как-то так. Но они очень прикольные, они в очень высокая талия, просто, посмотрите, может быть, они просто должны быть на более высокую женщину. То есть вот моя талия вот здесь, да, а вот здесь вот они кончаются. Потому что мне они, видите, такие коротенькие. Наверное, имеется в виду, что это брючки какие-то такие 7/8, она мне как раз вот. Ну, в общем, карманов здесь нету. В общем, вот такой вот лук. Прикольный на осень. Total Black. Неплохо, мне нравится такое сочетание. Я бы так оделась. В общем, я думаю, что многие из вас так бы оделись. И какие-нибудь эти яркие туфельки, и это уже прямо... А, и бусы у меня в тон туфлям. Вот давайте так сейчас вот прям покажемся, чтобы... Вот, видите, все черное, светло-голубые бусы, светло-голубые туфли. И оба, вы такая элегантная, как рояль. Я даже так вот в полный рост сниму, чтобы было видно хорошо, как это все вместе красиво сочетается у нас.
Шикарно. Так, здесь цена ободрана, гучевская, чтобы не пугать честный народ, наверное. В этом магазине он стоит $400, что не очень дорого для Гуччи. У нас Гуччи безумно дорого стоит. Сделано в Италии. Размер экстра смол, представляете? И год выпуска я не нашла. Наверное, где-то есть на этикетке, но я не буду сейчас искать, ковыряться. Это не суть, важно. Вот это вот год. Нет. Я думала, что это 12. Нет. Ну, не важно. Я думаю, что ему пару лет. И 100% шерсть. Ну, вот на самом деле, если вот прикрыть вот так, да, вот это вот прикрыть. Ну, так свитер, как свитер обычный. Тоненький, приятный, но... Дырка. Оба, представляете? Уже продырявили. Я надеюсь, что это... Здесь затяжка, а здесь дырка. Или моль сожрала, или кто-то уже тут при примерке его ковырнул. Так, это худи, толстовочка. Такая McQueen, по-моему. Прикольная, знаете? Вот, ну, такая... А с этими брюками, хочу сказать, хорошо все. Вот такие вот брюки, любая такая большая широкая кофта, топ какой-то, очень хорошо смотрится с такими брюками. 100% хлопок, сделано в Турции. Цену сейчас посмотрим, коллекция 21 года. То есть прошлогодняя, не такая уж она и старая. И вот вся вот в таких вот прикольненьких птичках из кусочков сделана. Красивая, мне нравится, прикольная. И очень хорошо с брюками, с такими, экстра ларч, как мир. Не очень большая, то есть, на меня в самый раз, по-моему. Это же McQueen, я правильно понимаю, да? Видите, сделано в Турции. У нее, знаете, она сделана из хлопка, и очень такой вот хлопок, не ворсистый внутри, а вот такой вот именно хлопковый в худи. Очень приятно, очень хорошо сделано. Так, цена ее $280 здесь у нас. Ну, как бы это не даром, но и не смертельно дорого. Размер экстра ларч. Цена маквиновская нету. Вот кроме того, что видите, вот написано, что это коллекшн 2021. Размер экстра ларч, цены нету маквина. McQueen, я правильно подозреваю? Такое обозначение я никогда не видела. Так, еще одна кофточка Max Mara, дурацкая очень. Что-то сегодня Max Mara какая-то не впечатлила мне. Она как будто бы такая джинсовая, видите, темный синий джинс. Но вот эта вот штука, оборка, она так пришита, так и надо, чтобы она вот выкручивалась таким вот светлым этим концом. Не знаю. По-моему, должно быть все вот так одинаково. Вот так лежат. Нет. А ну так. Хась, и... Ну, в общем, и здесь такая у нее шнуровка, и воротник. И, в общем, конечно, красоты в ней нету никакой. Кроме пуговичек маленьких, симпатичных. Ну, вот так она не сидит. Она как-то маловато, конечно, мне бы она была пошире. Ну, может быть, есть какие-то брючки другие. Ну, не знаю. В общем, она мне вообще не нравится, по-любому. Цену сейчас посмотрим и снимаем. Так, у нас она стоит $179. Это размер 8 американский. Ну, видите, 8 мне маловат Max Mara. Вот комбинезон был 8 размера, он мне тоже маловат был. И это так облегла меня. У нее здесь, оказывается, карманы. Это 100% хлопок она сделана. Манжет такой с пуговичками. Так, значит, Max Mara, она стоила $625, и это Fall-Winter 2020 года, то есть осень-зима 2020 года, то есть ей 2 годика. Кофточки, они такая же не старая, но дожила, доплыла до аутлета. Я понимаю, почему, потому что красоты в ней совершенно никакой, на мой взгляд, я не знаю. Ну, какая-то воротник. Вот это, и я хочу вам сказать, девочки, вот эти все этикетки, посмотрите, я когда это все на себя надеваю, вот это вот все, оно застревает у меня в волосах, оно царапает меня по лбу и по носу. Вы не представляете себе, какая вредная у меня работа. Все вот эти вот пластиковые штуки, о господи, ужас какой-то. Блузочка Missoni. Девочки, я попрошу вашего прощения.
Меня ругают за волосы лохматые, за... В общем, за... поверьте мне, вот после третьей вещи, когда снимаешь, одеваешь, снимаешь, плюс вот эти вот все этикетки, которые у вас по голове, по вашей трутся. В общем, волосы лохматые, морда красная. Тем более у нас на улице очень жарко, а я стою уже, наверное, полчаса в кожаных брюках. Ну, у нас кондиционер, конечно, но все равно, как бы лето еще. Август, 30 градусов на улице. Но чего не сделаешь для контента. Короче говоря, после всей речи я вам вот показываю блузка Missoni. Такая странненькая, видите, у нее сочетание вот это вот, две ткани. Вот это, по-моему, хлопок написано. Вот здесь вискоза с чем-то. Ну, такая. Не знаю. Ну, здесь такая Женька. Ну, мне кажется, как-то это все так не сочетается. Я понимаю, что они хотели всунуть свою вот эту вот фирменную Missoni, вот эту вот полосочку такой зигзагом куда-то. И переделали ее на рукавах. А блузка совсем, совсем другой, из другой оперы. И как-то это странно. И, по-моему, вообще совершенно некрасиво. Сейчас посмотрю размер, цену расскажу. Так, у нас она стоит $130. Это 40-й размер. Я тут вот нашла такую вот... видите, написано 40-й размер. И это вот какая-то цена, что ли? 2400 в какой-то валюте. Австралийский доллар? Нет, я не знаю, девочки. AED. Что это за валюта? Я не знаю. Если это вообще цена. Ну, похоже, 3400 в каком-то долларе. Видите, AED это какой-то доллар AE. Не знаю. Так, 40-й размер. Года нет. Ну, неважно. Короче, вот что хочу сказать. Вот это вот совсем не выглядит как хлопок. Ну, тут вот написано Missoni, все такое. И ничего такого, неинтересно. Вернее, слишком интересно. Вот это напихали тут все до кучи, смешали. Получился какой-то беспорядок. Ну и самая, наверное, удачная сегодня вещь – это брюки кожаные. Размер 14, огромные, но такой вот я слон. А, значит, вот это бренд Free People, 14 размер. Видите, вот так вот он называется. И вот такая вот этикетка в цветочках. Я знаю эту компанию, она довольно дорогая. И здесь они у нас стоят $79, 80. Но брюки такие хорошие, знаете, симпатичные. Немножко мне великовато, слава богу, еще все 14 размер, но скоро-скоро мы дорастем до него. Все, дорогие девушки, такие у нас сегодня были примерки. Опять же, не судите меня строго за лохматые волосы. Поверьте мне, что сохранить макияж и прическу в таких условиях практически невозможно. И вот бусы мои перекривились, в общем, я, короче. Все, увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Всем привет от Диты из Канады. Пока-пока-бай.